Московский вокзал в Санкт-Петербурге расположен в центре города, на площади Восстания. Это один из пяти вокзалов северной столицы и входит в число трех самых загруженных вокзалов России. Сегодня у нас 8 октября. Уже через 5 минут начнется посадка на наш поезд. Мы сегодня из Санкт-Петербурга едем в Москву. Уважаемые пассажиры, прибывшие на поезд до станции Любань, отправится в 22 часа 25 минут. Со второго пути прибывшие на поезд до станции Любань, отправится в 22 часа 25 минут. Со второго пути поезд проследует со всеми остановками. Спасибо за внимание. Указ о строительстве железной дороги между Москвой и Петербургом был подписан Николаем I в 1842 году, и тогда же решили, что здания вокзалов в этих городах будут одинаковыми. Мегаполис – первый частный поезд, принадлежащий железнодорожной компании «Тверской экспресс», ежедневно курсирует по маршруту Москва-Тверь-Санкт-Петербург и обратно с 2006 года. Время в пути следования составляет 8 часов 39 минут. Мегаполис – это ночной поезд, предлагающий качественные услуги по перевозке и обслуживанию пассажиров. Поезд отличается яркой расцветкой, идеальным комфортом, наличием бесплатного Wi-Fi и конкурентными ценами. Представляем вам краткий обзор нашего купе. Нижние полки – это полноценные диванчики, откинув спинки которых, мы получаем комфортное спальное место – без сползающего матраса, с удобной подушкой и одеялом. У каждого спального места есть индивидуальная подсветка, фонарик и розетка для зарядки. В вагоне есть бесплатный Wi-Fi. Скажем честно, мы им не пользовались, поэтому качество его не оценили. По меню из ресторана можно заказать еду в купе, либо сходить в вагон-ресторан. Также можно было заказать завтрак. Каждому пассажиру предоставляется набор питания. У нас были вода, булочка, копченая колбаса, апельсин и злаковый батончик. Также предоставляется полотенце и тапочки. Верхние полки также были уже застелены для удобства пассажиров. В купе достаточно места для хранения багажа. У проводника можно приобрести горячие напитки, кофе и чай, а также алкогольную продукцию. Санузел в вагоне был старого образца, но выглядел прилично. Уборка была достойная. В целом поездкой мы остались довольны. Единственный минус, что поезд приходит в Москву очень рано. В остальном же нас все устроило. Советуем вам тоже путешествовать с Мегаполисом.